В рамках текущей работы депутаты Одинцовского совета депутатов принимают участие во всероссийской акции «Родительская приемка». Вместе с активными родителями они проверяют готовность школ и детских садов к новому учебному году. Главные критерии – антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, готовность к отопительному сезону, исправность автобусов и работа пищеблоков. Акция «Родительская приемка» проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».